Вот такой завтрак. Это готовая смесь уже для таких оладушков, оладушек. Доброе утро всем. Воскресное. Вот. Решила попробовать. Ну, мне не очень смесь нравится, но не выбрасывать же. Так что пошла я завтракать и с Чарли гулять. Вчера вот эту подушку стирала. Она у меня вообще не досохла. Я на эту подушку люблю ноги закидывать. И представляете, спала с мокрой подушкой. Вот. Ну, она так вкусно пахла. Вот вынесла. Я там еще остальные подушки стираю все. Ой, так что, говорю, пойду ее вытащу. Посушить. Так, я одеваюсь. Идем с Чарли гулять. У меня на сегодня были планы покраситься. Вот. В какой вы позже увидите. А потом я что-то посмотрела в зеркало и думаю, надо подстричься. Сзади у меня уже отросло, я всегда была половиной. Так вот, неважно. Сейчас думаю, мне же загорелось, мне нужно сейчас. Так что я еду на работу к себе и подстригусь. И потом там на пляж схожу. Вот, с Чарли погуляю. Там больше площадка такая для, ну, для разнообразия, скажем так. Но для начала заведется ли машина. Потому что вчера что-то у меня этот механик, ну, как это сказать, напугал, что ли, говорит. Завелась машина? Я говорю, ну, не знаю. Посмотрим. Не люблю, когда в машине, в моей машине ездит кто-то, кто не я. Потому что все здесь не по-моему. Вот эта подушка Чарлина вот там должна лежать. Вот это вообще там. Тут вот это все такое непонятное. Ужас. Ну ладно, главное не это, а главное... Чарлис, давай. Сувы. Минга, сувы. Очень страшно. Страшно. Ну что, красавица, поехали кататься. Ты заведешься сегодня или нет? Еще не по мне. Все сделаю. Так, ну что, с Богом. Нифига. Может быть, у меня ключи такие или что? Ну, от ключей, наверное, не зависит. А муж вчера нормально завел. У меня вообще не заводится. Странно. Сейчас буду позвоню. И скажу, и спрошу, кстати. Даже не знаю, что мне делать, я не знаю. Она была. Потому что он говорит, завел спокойно. Бензин залили вчера. Ой, ну вот, видно, не судьба, видно, не судьба. Еще трубку никогда не берет, когда я звоню. Вот это еще новая проблема. Никогда не берет трубки, когда я звоню. Ну это что такое, а? Еще и сбрасывает. Больше всего тоже бесит. Ну что ты? Не-а. Нифига. Будем ждать. Почему не берет трубки? Почему? Завелась. Что-то как это странно. Я так ключи подольше по это. Что случилось с ней, не знаю. Что случилось, я не знаю. Ладно, посмотрим. И все-таки я думаю, что это аккумулятор. Потому что сейчас чуть-чуть проехала, и она хорошо заводится. В общем, странно. Ладно, пойду быстренько постригусь, вам покажу. И на пляж.
Очень не люблю вот этот надевать, потому что я такая страшная в нем. Все вот это. В общем, как я себя стригу. Берем машинку. Что у меня тут все упало? Сумка моя упала. Берем машинку. Телефон. И насадка самая, самая большая, которая есть. Самые длинные. У меня 4-й номер. Вот. И начинаем стричь зону, которую вы хотите. Я хочу вот тут состричь все себе сзади и немного вот тут. И начинаем вот таким образом. Дохожу. Вот у нас череп, он как бы вот тут вот самая выпуклая часть. Вот тут вот идет, да? Как бы вот так вот. Вот сюда вот. Подождите, кто-то мне звонил, у меня тут... У меня тут связи нету. Куда тебе положить, чтобы связь была? В общем, сюда. Так. И стрижем до этой выпуклой части. Вот так. Состригается мало, потому что тут стричь нечего. И вот до этой выпуклой части вот таким вот образом, видите? Она была моей женщиной. Без страха, без всего. Потому что волос и так короткий, все равно будет не очень заметно, даже с какими-то косяки. Немного заезжая вот сюда. Берем вот тут тоже. Тут прям капелюшечку вот самую машинкой, вот таким движением. Плавненьким. Плавненьким. Также с этой стороны. Так, все. Здесь мы все сняли, что нам надо снимать было. Теперь берем ножницы филировочные. И уже снимаю вот здесь, вот эту часть, филировочными ножницами. Просто вот так. Те части, какие надо. Вот тут вот. Как бы сглаживаем углы. Сглаживаем углы. Потому что филировочными ножницами все равно не видно срез и очень легко. Сглаживаем все углы, которые у нас есть. Я еще снимаю вот эту часть. У меня вот тут много волос, поэтому я снимаю тоже эту часть. Так вот. Мастер-класс вот такой даю. Она была моей женщиной. Видите, оно стрижется, но незаметно.
Так вот. Делаем волосы туда-сюда, чтобы посмотреть, где у вас что длинное или не длинное. В принципе, я думаю, все. Можно взять зеркало и посмотреть, что там у вас сзади. Также можно вот эту часть тоже сделать. Это просто вот так накручиваешь на палец и вот так вот состригаешь. Накручиваешь на палец, но у меня там сейчас нет волос, поэтому... А теперь берем обычные ножницы и уже состригаем, дорабатываем вот эту часть и уши. Нужно быть аккуратнее, чтобы не отрезать эти самые уши. Мне тут нечего дорабатывать. И челочку можно немного доработать, потому что... Убирать, в общем, все волосы, которые выступают. Теперь берем машинку такую вот для... И обрабатываем вот эту часть. Волосики. Так, выше. Друзья, все, моя стрижка закончена. Все, никакого мастер-класса, ничего. Я теперь красавица, могу покраситься нормально, без лишних волос. Смотрите. Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Ставим лайки, если вам понравилось. Если не понравилось, мне-то нравится. А это самое главное. Все, идем гулять. Мне так загорелось подстричься, что сейчас иду под солнцем и понимаю, что я не намазала себе ни плечи, ни морду лица, ни ничего вообще. Поэтому сейчас могу сгореть этим, ну, как это называется-то, кремом-то от солнца. Ой, на, думаю, не сгорю, я ж не 3 часа буду. Хотя вот недели 2 назад плечи так сгорели. Нормально. Ой, так на пляже хорошо. Ну, блин, народу сегодня будет дофига. Не люблю я воскресенье и субботу ездить на пляж, потому что дети кругом, тебя бесятся. Людей много. Видели вчера, сколько было народу? Все на пляж едут. Вот все уедут сегодня и завтра тогда. Нет, завтра тоже у меня другие планы. В общем, ничего, все лето впереди. Как всегда, в воскресенье мы выехали вот в такой барчик, чтобы покушать рыбку. Смотрите, какой корабль красивый в центре стоит. Такие вот уютные столики. Мы на одном из них заместились. Так вот сидим, попиваем пиво. Это к нам к тапам дали. Ну, конечно, немножечко, но такие креветочки. Claro que no, claro que no. А это вторая тапа у нас. Это анчоус, картошка, но это как-то не очень вкусно. В общем, я тут помыла посуду, мы уже поели.
попили, как говорится. А я знаете, какую песню пою? Сейчас будет музыкальная пауза. Кому не нравится, я не виноват. Но у меня сегодня вот такая песня звучит. Я тут себе слова даже нашла. В общем, угадывайте. Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле. А над городом плывут облака, закрывая небесный свет. А над городом желтый дым, городу 2000 лет. Прожитых под светом звезды по имени Солнце. И 2000 лет война, война без особых причин. Война – дело молодых, лекарство против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля. Ну, в общем, все в этом духе. Звезда по имени Солнце, а над городом, городом снег. Так что, видите, у меня репертуар разнообразный. Я могу петь и Верку Сердючку, а могу и Виктора Цоя, а могу и оперу. Вы думаете, нет, что ли? Могу запросто. Сейчас у меня горло не то. Ну, вы про соловья знаете. Или Витаса. Видите, голос не то. Надо позаниматься. А так, как... Еще знаете, что не хочу, чтобы соседи слышали. Кто скажет, сама с ума сошла. Ой, не тот сахар сыплю, дура. Жарко, жарко. А над городом, городом снег. Кофе делаю, чашку кофею я себе... Что-то, знаете, вот не пила никогда, а вот что-то прям приперло меня. Ну, кофе это так громко сказано. Кофе. Кто-то мне там смс-ку прислал. Сейчас... Чарли, по-моему, загорать ушел наверх. А, не, вон он лежит. Я думаю, он загорает. Тут и гляжу, там жарко. А что ты тут лежишь? Приготовила завтра на мусор, там и бумага, картон. А что ты тут лежишь, моя рыба? Где мама, туда и ты, сладкий мой такой, солнышко. Ну, смотри, какая вкусняшка. Давай, давай цирк покажем. Иди, иди сюда, иди сюда. Больта, Больта. Мой вен, сид. Мой вен, пата. Мой вен. Что еще-то сказать? Больта. Пиде, 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 пиде. Да, да, вот так. Ладра, ладра, ладра. Вот это мы еще не выучили особо. Да ты, Вольта, Вольта. Сид. А, тумба. Ой, господи, какой умный мальчик. Он у меня, знаете, в 4 недели уже сидел. Вообще, он там, когда он такой умный, мне вот это вот все его задания, он знает поцелуй не только по-испански, но и по-русски. Вот я ему говорю, иди целоваться. И он идет такой, знаете, нехотя, но идет целоваться. Вот, в общем, он все схватывает на лету. Вообще, вот правда, вот бывают такие. У меня были раньше собаки, они не такие, я не думала, что такими умными бывают. Потому что им, чтобы они сели, ты не знаешь, столько нервов надо. А это он просто сам в 4 месяца, я ему сказала, сид. Почему по-английски? Ну, потому что короче. Вот, и он такой сел и сидит, думаю, нифига себе. Вот, ну он знает машину там подниматься, опускаться. В общем, умный у меня парень. Ладно, хватит болтовни. Что делать? А, вот, все. Ничего не делать. Кофе пить. Чашку кофею я себе бодрящего налью. И по-настоящему спою. Вот такой вот я розовый фламинго. Только, блин, вот тут у меня сзади такое пятно. Видимо, краска нехорошо размешалась или что. И прям пятно такое темное. Но оно, конечно, потом смоется. Но все равно как-то нехти. Прям вот тут вот. Ну ладно. Теперь что есть? Будем ждать, чтобы когда смоется. Потому что оно когда смоется, останется такой теплый оттенок розового.
и будет очень красиво. Иду за подушками своими. Вот. Потому что здесь уже тенек. И они уже не сохнут, а так лежат. Уже скоро влажность будет повышаться. Замечательная погода. Море прям такое гладкое-гладкое. Будем надеяться, что сейчас все эти туристы уедут к себе домой. И мы сможем наслаждаться морем в спокойствии. Вон там прям я чувствую, что там так хорошо. У них там бассейн, походу. Барбекю часто жарят. Так, ладно, буду снимать подушки. Ем персики, но они какие-то странные. Они, знаете, не спеют, а вянут как-то. Он какой-то, ну, прям чувствуется, что не спелый, но он уже все умирает. Так что надо его доесть. Так, вот я включилась с вами поздороваться. Ой, поздороваться. Здрасте, приехал. Ну, поздороваться. Попрощаться. Встретимся с вами завтра. Всем вам продуктивной недели. Всего самого наилучшего. Здоровья. И всем пока-пока.